Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня оракул советует секретность, конфиденциальность. Очень часто мы пытаемся сохранить наши собственные секреты, но ищем секреты других. Любой обмен такой конфиденциальностью требует демонстрации доверия, будь то между нациями, корпорациями или близкими родственниками и друзьями. Наша любопытность или потребность знать могут быть продиктованы личными интересами или желанием помочь другим. Для каждого из них требуется ключ, который в свою очередь обеспечивает доступ к информации, которую мы ищем. Это могут быть цифры и факты или просто лучшее понимание обстоятельств. А также очень часто информация, которую мы ищем, какое-то время нам недоступна. И часто это по той причине, что мы просто к ней не готовы. Вселенная работает очень интересно.